В жизни не бывает одинаковых судеб, как нет и одинаковых людей, характеров, но есть великое чувство, связывающее сердца в одно нерушимое целое, и имя ему – любовь, благодаря которой рождаются новые семьи. Верно говорят, что браки совершаются на небесах, но творцами своей жизни являются сами люди. Вот уже 5 десятилетий подряд идут по жизни вместе Галина Ибрагимовна и Нальби Петлюстанович Кайтмисова из аула Кашхабль. Недавно эта супружеская пара отметила золотой юбилей свадьбы. Для наших юбиляров это лучшие годы их жизни, пролетевшие как одно мгновение. Через эти прекрасные годы они сумели пронести любовь, доверие и уважение друг к другу. 50 лет – это не так просто. Глянешься назад, думаешь, что это все вчера было. У нас все хорошо. Конечно, были и трудности, и все было, но смогли, да, прожить 50 лет вместе. Ни разу не уходила с горами. Ты захочешь жила печиться, два вот так и жили. Я лично 38 лет прожила со свекрухой там, Чепсауфе. Мы жили вместе и очень хорошо жили. Во всем она мне помогала. Все хорошо было. А так, куда были и недостатки, обещали, надо поднять, учить, воспитать. Глядя на этих добрых людей, понимаешь, у них бесспорно есть свой секрет супружеского долголетия. Но основополагающими в их отношениях были и остаются любовь, уважение, умение понять, искренность и надежность. За плечами долгая совместная жизнь, множество событий, но главное их богатство – это их дети, которые подарили им замечательных внуков. Пара воспитала троих детей – две дочери и сына. То и поколение, конечно, уже по-другому, но терпение, главное, терпение, уважение друг к другу, взаимное понимание, доброта. И я на хашхам шхашаяфасу, псаухама, все хорошо будет. Я так думаю, я так это все воспринимаю. Конечно, молодым сейчас нелегко. На время другое пошло. И хочу, чтобы они слушали своих отцов, матерей, понимали их. И тогда все будет хорошо. И им будет легко. Нальби Бетлюстанович после окончания автотранспортного техникума работал до ухода на заслуженный отдых водителем Кашихабльского автотранспортного предприятия. Он является ветераном труда и заслуженным работником в данной отрасли. Галина Ибрагимовна окончила Белореченский торговый техникум и 40 лет проработала в торговле. За многолетний добросовестный труд супруги не раз были награждены почетными грамотами и благодарственными письмами. Именно на примере таких людей, как Галина Ибрагимовна и Нальби Бетлюстанович, молодое поколение знает о том, что такое традиционные семейные ценности, терпение и взаимоуважение, что, безусловно, способствует духовно-нравственному развитию молодежи. 50 лет совместной жизни, я считаю, что золотая свадьба, ну, даже до этого юбилейного даты, это очень большой труд. Я считаю, что это труд, потому что два человека с разных семей, с разными обычаями, с разными характерами, столько лет уже это очень много значит. Ну что хочу сказать, мои родители, что характерно, они никогда в своей жизни, никогда, я не помню, чтобы они когда-то на нас что-то накричали или побили нас, как знаете, вот как-то в детстве все равно мы уже баловались, как-то они по-другому все равно к нам относились. И я тоже также хочу отметить такой момент, что я не помню, чтобы моя мама или мой папа отдельно друг от друга когда-то отдыхали. Отдельно друг от друга, там, даже в горести и в радости же, ага, вот по-адыгейски, да, сказать, такое же бывает. Но в данном случае это вот прям буквально, это вот как есть. Вот это очень важно, потому что я понимаю, что это, наверное, и есть залог этого успеха. И отдыхали, и горевали, и все что угодно, они всегда все вместе. Все вопросы, которые у них были, они решали вместе. Я не помню, чтобы мама сказала,
И папа сказал, нет, так не будет. Или наоборот, папа сказал, мама сказала, я не хочу этого. Такого не было у них никогда. Они вот все время вместе все решали. Все вопросы нас воспитывали, наши детей воспитывали, все вместе. Ну, я что хочу сказать? Это для меня это очень важно. Я очень хочу, чтобы они дожили до бриллиантовой свадьбы, чтобы... Да, они очень молодые для нас. Для меня это пример. Для нас, вот для моей семьи. Я всегда возвращаюсь ко всему, что они делали. Ну, может быть, это мои родители, и мне так кажется, но я считаю, что это реально идеальная адыгейская семья. А мы, в свою очередь, поздравляем Галину и Нальбека Итмесовых с золотой свадьбой. Желаем здоровья, чтобы в семье все так же была гармония, благополучие, как и все 50 лет, прожитые вместе. Будьте счастливы!